Я помню, когда все винзаводы, любой винсовхоз выпускал нормальное вино, натуральное. Но это же совсем другое дело, это химия. Я за. Пусть лучше вообще не будет никакого, чем такого. Ну, совершенно правильно, да. Пусть запрещает. А вот это вот порошковое, что сухое, это все отрава? Порошковое. Это просто работа на массовость и зарабатывание денег за счет здоровья нашего населения. Зачем травить организм? Лучше все натурально, чтобы было. Ну правильно, пусть запрещают, пусть нормально что-то делают.